Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня мы записываем довольно-таки необычный ролик на мой канал. Это такое будет обучающее видео, это довольно-таки здраво. И обучающее видео будет не какого-то там, знаете, формата в плане, а-ля там, давайте подписчики, я вас чему-то научу. Обучающее видео, ребята, будет гораздо-таки проще. Сегодня будет паркур. Да, но паркур будет не от меня, а от Кристины. Поздоровайся. Здрасте. Короче, ребята, дело в том, что, не знаю, захотел я что-то для вас такое интересное записать, и это что-то интересное, я думаю, будет у нас, да, в роли Кристины. То есть, она, ребята, сегодня будет пытаться паркурить, не знаю, насколько эта тема у нее вся получится, но если, опять же, это выйдет у нее довольно-таки здраво и довольно-таки офигительно, то, ну, блин, однозначно за это поставьте лайкосик, вот. Я не знаю, наберется хотя бы 1000 лайков под этим видеороликом, мы опять же будем снимать следующие выпуски. Вот, я подумаю, что вам эта тема понравится вообще очень довольно-таки здраво, поэтому как-то так. Так, короче, чему тебя в первую очередь научить? Чё ты хочешь тут научиться? Я представление должна научить. Я понял. Так, смотри, паркур это у нас такое, типа, знаешь... знаешь, что такое паркур? По 3 часа вы записывали ролик. Вот, по 3 часа мы записывали ролик, это очень довольно-таки здраво. Смотри, ну давай в первую очередь забраться тебе нужно вот на вот эту стеночку. Ты его... Вот давай для начала, ты вот сможешь, вообще представляешь, как это можно сделать? Ну, я тебе давай просто покажу. Можно ну это... Ну да, можно вот сюда заехать. Можно еще проще сделать, просто вот так вот, хоп, выстрелить как бы, и все, ты уже типа тут. Ну, это тоже такой очень довольно-таки простенький вариант. Давай, в первую очередь у тебя вот это вот получится как? Давай, делай кнопочки, там, ставь свои рученьки на что-то. Главное, пробел не забывай нажимать, буду я тебе нарочку периодически включать. Так, и не забывай, что здесь космос, то есть газовать сильно тоже не стоит. Уи-уи-уи-уи-уи. Да. Ладно, давай. Ну, давай. Ну почти у тебя получилось, окей. Но смотри, первый курс ты не прошла. Так, смотри, я тебе сейчас раз говорю, вот повторяй исключительно за мной. То есть тебе нужно также ровно прям попкой встать к стенке. Прям попкой к стенке встать и выстрелить один раз. Поверишь, мне проще было бы это просто сделать. Так, окей. Давайте опять же приедем на то же самое место. В принципе, там довольно-таки все это изи сделать, если опять же у Кристины это получится. Кстати, ты тоже не обольщайся, потому что в конце видеоролика ты попробуешь запаркурить на какой-то из домов. Я так понимаю, мы этот ролик будем снимать 3 часа. Да нет, в принципе, здесь у нас время немножко ограничено. У тебя еще 11 минут, чтобы, так сказать, за 11 минут обучиться вообще всему паркуру. Охренеть. Так, окей, мы приехали опять же к этой точке. Я тебе показывал, как нужно вставать, что нужно делать. Давай, я тебе включаю нарку, сильно не газуй, потому что это космический режим. Так, вставай попкой и назад ехай и выстрел. Немножечко, конечно, еще один выстрел делай. Так, ладно, уже поздно, уже очень поздно. Окей, здесь смотри, главная тема состоит в том, что не нужно торопиться. Вот, сейчас я приеду, короче, и еще раз тебе покажу. Ты вот здесь делаешь... Не, подожди, я поняла, я сейчас попробую сама. Окей, ну давай я тебе приеду к этому месту, чтобы было у нас еще по фастику, чтобы время-то наше не тратилось, и ты успела на многие здания здесь паркурить. Ты-то что думаешь, сейчас будешь ехать до того полуролика, потом запаркуришь, и в итоге у нас все, время наше закончится. Не-не-не, я думаю, наши подписчики хотят прям вообще увидеть. Смотри, вот это место, на которое тебе нужно забраться. В принципе, что я говорю, встаешь так, подъезжаешь попкой, не нужно никуда газовать, можешь даже просто вот так упереться, и жмешь назад и выстреливаешь. Ну, теперь понятно. Просто я не поняла сначала, что ты мне прям показываешь. Ищкирлими, ищкирли, кисикирлими. А чё я уперся? Не, вот. Ну так-то изи, чё. Ну вот, давай. Это, ну блин, ну если изи, то ты сейчас, я так думаю, должна всего вообще прям... А, фу, как конфетка здесь. Ладно, давай, всё. Я опять же развернулся. Прям делай то, что чему учил тебя сенсей. Так, хоп. Так, переборщ. Не, это не было типа пили борщ. Так, окей, смотри, ты немножко выбилась. О, давай опять же делать то, что, ну, я тебе с самого начала говорил.
Давай еще разок. Давай, давай, назад. Все, 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 назад, назад, назад. Ой, хорош. Ну просто вообще муа, персик. Залетел на первое здание, это было у нас такое немножко. Ну, такое себе. То есть, ну, так на расслабончике, то есть, это было. То есть теперь, смотри, тебя ждут здравые контейнеры. Прям от контейнеры это на самом деле топчик. Я не знаю, получится у тебя или нет. У тебя должно получиться по-любому, так что вообще даже не выпендривайся. Смотри. Можно я просто съеду на них и все. Не, на вот этот контейнер ты никак не съедешь. Смотри, видишь вот этот вот ангарчик, даже это не контейнер, а ангар. Смотри, что тебе нужно сделать. Тебе нужно так встать, попкой теперь вперед встаешь. Смотри, видела? Запоминай, попа вперед. Вот так вот, смотри, резко, вот где-то вот до вот этих квадратиков отъезжаешь, видишь, где вот квадратик тут беленький, смотри, вперед, назад, практически вертикально становишься и залетаешь. Здесь уже, в принципе, не важно, как ты залетишь, в плюсе-минусе, если, в принципе, залетишь, то это будет довольно-таки здравая тема. Поняла? Стрелять, когда назад, он уже поднялся, да? Да, уже понял. Практически вот так вот вертикально будет стоять, думаю, это у тебя тоже должно получиться. То есть, сперва назад, вперед. Да, сенсей. А что? А где вот это? Что за мемуары гейши, я не поняла. Так, окей. Мы приехали на нужную позицию. Деспозито. Так, окей, давай, вставай. Как я тебя учил. Может даже, наверное, вот передом сделать это. Думаю, у тебя так же должно все получиться. То есть резко. Чуть-чуть вперед, потом назад. Может еще даже еще чуть. Да-да, вот так тебе нужно. То есть практически на дыбы встать. Нет, назад-назад. О. Превзошел учителя. Ученик превзошел мать его учителя. То есть я на этот контейнер, мать его, залетел в минусе, а она залетела в плюсе. Офигеть. Сама в шоке, не поверишь. Ну, просто новичкам везет. Все, я понял, новичкам везет. Учитель просто хороший. По-любому учитель хороший. Окей, смотри. Ты теперь видела, что я делал у нас в начале ролика. То есть, как я залез на вот это здание. В принципе, это тоже делалось довольно-таки изи. Показываю еще один раз. Запоминай. Вот. И не нужно делать это лучше меня. Я постараюсь сделать хуже с третьего раза. Окей. Смотри, есть такая платформа. Вырубаешь нетрушка, нетрушка у тебя едет. Здесь просто едешь вперед. Здесь ну, сложно ошибиться. Ошибиться я даже не знаю. Но если, опять же, ореховская текстура себя не накажет, то ты проедешь довольно-таки нормально тем. Вот, перелезаешь также на этот домик. И смотри, вот это, на вот эту штучку тебе нужно залезть. Что ты делаешь? Ты поворачиваешься, встаешь вот так вот немножечко косо. Опять же, вырубаешь нетрушку. Здесь делаешь так же. Вперед, назад и хоп, и ты уже летишь на это здание и не долетаешь. Давай я сразу прям начну. То есть врезаешься вот так, как я, и уходит твой танк куда-то мимо. Короче, здесь я понял, самая главная фишка в том, что сильнее раскачаться. Тебе нужно еще задом это делать, то есть повернуться не так передом, а задом. Я поняла, как ты первый раз там показывал. Да-да-да, вот, и в принципе все у тебя должно получиться, я так думаю, на изи. Вот я лошара, да, не получилось такое еще буду что-то учить. Ох, сейчас весело будет. Так, ну ладно, смотри. На покорение этого домика, как я, ребята, вам и обещал, у Кристины есть еще целых 5 минут. Так что думаю, значит, это вам забахает вообще на ура. Так, давай, первый этап, это тебе нужно просто ехать прямо. Приземлиться на ту платформу. Так, тихо-тихо, не газуй сперва, так по чуть-чуть разгоняйся. То есть вперед, 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 да-да-да. О, ореховский писюн словила, нормально. Так, все, теперь просто едь тупо прямо. И стоп, все, уже можешь никуда не газовать. В принципе, ты здесь приземляешься. Приземляешься довольно-таки здраво. Теперь тебе нужно спуститься на вот этот домик слева. Спускаешься на этот домик. Ну, может, так особо не волноваться. Но да ладно. Давай, спускайся. Здесь, в принципе, это тоже сделать. Сразу выровняй свой корпус. Сейчас я покажу, как пушку поворачивать. Выровняй сперва свой корпус на домик этот. Выровни, чтобы туда полететь где-то. Да-да, вот так вот. Теперь разворачивай свою пушку. Так, врубим тебе нетру. Пушку свою развернула. Так, проедь чуть-чуть вперед, чтобы тебе разгон, такую раскачку сделал. Человек может чуть-чуть вперед. Не-не, вперед это туда.
типа назад, но это типа перед корпуса. Ну ты поняла. Так еще можешь проехать смело. Еще смело. Еще можешь смело. Еще. Еще. Давай! Вот, все. Так, теперь тебе, смотри, нужно сделать... Метро кончается. Вперед. Угу. Да, все. То есть, сюда. Ну, я поняла. Тебе нужно сперва... нет, смотри. Сюда наклониться, потом туда. Да. Но, смотри, так как у тебя танчик развернут, тебе, получается, нужно сделать сперва... Прямо, на... потом назад. Да-да-да-да. Ну, типа вот так, короче. Назад и потом резко прямо. Угу. Все, ты поняла, да? Угу. Так, давай я тебе эту всю шнягу врубаю. Давай назад и потом прямо... И просто-просто-просто. Хоп! Эх, блин, зачем ты отпустила? Не нужно было отпускать. Вот, все, я понял. Так я же залезла, куда ты залез, что ты? Ну, в этом, да, это базара нет, но тебе нужно залезть именно на макушку, на верхушку. Так, ладно, давай, сейчас тебе приеду. Смотрите, лапает еще. Ну да. Немножечко. Чуть-чуть, так сказать. Так, не бойся вообще жать вперед. То есть, когда ты будешь разгоняться, жми всегда вперед, главное в нужный момент, то есть нажать ту самую кнопку выстрела. То есть, это для тебя самое важное. Mm-hmm. Вперед, там, в принципе, можешь вообще до талого жать, даже не стесняться особо. Так, ладно, давай. Ехай. Я вот просто, ребят, немножко помогаю, чтобы, так сказать, Кристина все-таки залезла на этот домик. Потому что вот это будет довольно-таки здраво. Все, можешь с ним уже никуда не лететь. Здесь, в принципе, ты останавливаешься вполне-таки на изи. Так, ну и давай, теперь переезжай опять же на домик слева. В принципе, оу, ореховские елдаки встречаются просто на каждом пути. Опять же, ну вот чего не ожидал, так я это вот этого. Да, там нужно немножечко, так сказать, с разгончика туда приехать. Так, давай. Интересно, я успею что-нибудь сделать за 2 минуты? Не знаю, поэтому я сейчас просто туда приеду сам. Я уже приеду на этот домик, потому что я, ребят, просто хочу, чтобы Кристина туда запаркурила. Ну, серьезно. Прям очень хочется. Главное, Вайдера сейчас не лоши. Ну, пожалуйста, давай побыстрее переземляйся. Хорош. Просто хорош, брат. Окей, минут 59. Есть, в принципе... Ну, по факту, как бы, Кристина замутила то, что ей подразумевалось. То есть, она запрыгнула на то же самое место, куда я ей показывал. То есть, вот, она свою, так сказать, часть уговора выполнила. Вот, и в этом плане как бы вообще даже нет вопросов никаких. Так, окей, переезжаем на этот, значит, домик. Ну, в принципе, даже танчик я тебе настроил. Ну, теперь разворачивай пушку и делай то, что тебе нужно сделать. Так, поняла, да? Сперва назад, потом резко вперед. И в нужный момент, когда будешь практически почти вертикально... Нет. Да, вот так. Ну, немножко туда, не бойся. Димон! Па-ба-пам! Па-ба-пам! Па-ба-пам-пам! Па-ба-пам! Па-ба-пам! Пам-пам-пам! Так, окей. За минуту, в принципе, ребята, я так думаю, нереально будет туда доехать, потому что, ну, я знаю, ребята, я знаю, что вы хотите, чтобы Кристина это сделала. Я сам этого хочу. Поэтому мы сейчас тупо зайдем и перезайдем сюда. Я тебе отвечаю. Вот, я хочу, чтобы у тебя получилось, потому что, я не знаю, мне кажется, она халтурит. Мне кажется, ребята, вот она специально делала такие ошибки. Ну, чтобы подольше с вами побыть. Да, я не верю в то, что она как бы сейчас могла просто так сделать и съехать, как бы остановиться и тупо упасть. Даже попытку то есть свою не истратила, как бы, ну, это вообще нечестно. Давай-ка не халтурь. Я постараюсь. Давай. Я в тебя верю просто на все 200 миллиардов%. Вот, потому что у тебя это должно получиться, блин, с таким сенсеем, как я, это просто вообще все должно произойти на изи-пизи. Так, окей, давай. Я тебя настроил уже и танчик, тебе нужно просто сделать резко назад-вперед, и все. Так, подожди. Мне немножко назад проехать надо, да? Да, немножко назад, потом резко вперед. Нет, это вот кнопка назад и вперед. Вот видишь, тебе вот так нужно сделать назад и потом резко вперед. Угу, все, поняла. Все, давай. Все, стоп. Перелетела. Но, в принципе, если бы она там остановилась, то есть, она то запаркурила просто вообще на изичах. Ну, окей, этот домик, ребята, у нас такой себе, так что мы его для вас приберегем, опять же, на следующую серию. Так что, если вы хотите обязательно продолжение, то обещаю, что в следующем выпуске Кристина все-таки туда залезет. Так что, кому понравился, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, а с вами был Вайбер Кристина. Всем пока!